Черт. Крис, ты почему меня не разбудила? Так ты же сказал, еще 10 минут. У меня консилиум сегодня. Да, Серега. Андрей Аркадьевич, с днем рождения, дорогой. Наикрепчайшего тебе здоровья, благодарных и щедрых пациентов. Спасибо, Сережа. Ты бы не забывал старых друзей-то? А то тебе теперь, наверное, и дозвониться можно только по записи, а? Ну, дозвонился же. Слушай, может, сегодня вечером у меня посидим? Отметим? Ушам своим не верю. Приду. Пока. Нас сфоткали. Лиз, давай потом. Два дома и клиника. Ты ничего не хочешь мне сказать? Вода вокруг мойки, Крис. Ты отменил наши планы на вечер. Почему ты это со мной не обсудил? Пересушила. Андрей, ты меня слышишь вообще? Конечно, слышу, солнышко, и отвечаю тебе. У нас тусовки почти каждый день. Я хочу провести вечер с другом. Может, режим не тот поставила? Да все сделала как нужно. Ну не сердись, солнышко, у нас будет прекрасный вечер. С днем рождения, любимый. Вот это другое дело. Пока. Пока. Так, молодцы, хорошо. Отдыхаем и переходим к дыхательному упражнению. Не торопитесь. Так. Что, опять? Нет. Наклоняйся. Давай, давай, давай. Давай, 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 дыши. Дыши, дыши. Легче. Лизонька, немного осталось, почти пришли. Значит, не записано. Как такое вообще может быть? Вы не подтвердили предварительную запись. Девушка, мы 3 дня ехали на поезде, даже больше. Я все понимаю, но ваша запись не была подтверждена, и ваше время приема отдали другому клиенту. И что нам теперь делать? Давайте посмотрим. Так, могу вас записать на сегодня в 15:30 к Лившиц. Нет, нам нужно к Ермолову. Только к Ермолову? Только к Ермолову. Есть окошко 26-го в 10 утра. Записывать? Девушка, а для иногородних нельзя как-нибудь поближе? Нет. Вам и так повезло, клиент запись перенес. Так, Ермолу, вообще на 2 месяца вперед все забито. Ну что, записывать? Записывайте. Андрей Аркадьевич, с днем рождения вас. Это вам от нашего коллектива.
Желаем вам профессиональных успехов. Спасибо, Сергей. Я вас через 10 минут консилиум. Не отвлекаем, Андрей. Пойдем. Благодарю. Андрей Аркадьевич. Здравствуйте. У меня у сестры тяжелое легочное заболевание. Ситуация очень срочная. Уделите нам время, пожалуйста. Девушка, у всех моих пациентов очень срочная ситуация. Запишитесь на прием. Андрей Аркадьевич, нас к вам из Кемерово отправили. Наш лучший доктор Антон Павлович Плеханов. Я медсестра в городской больнице. Он нам читал вашу статью о проблемах диагностики сочетанной патологии при заболевании легких. Назвал вас гением нашего времени. Я вас очень прошу. Мы с сестрой приехали, а запись к вам сгорела. Девушка, у меня консилиум начинается. Подойдите в регистратуру, пусть вам перенесут запись. Так я только что оттуда. Запись к вам не раньше, чем через 2 недели. Я вас очень прошу, она не может ждать. Ей на основании биопсии ставят мелкоклеточный рак легких. Да, конечно. Сочувствую. Это действительно неутешительный диагноз. Вас как зовут? Настя. Настенька. Вы как медработник должны понимать, если вашей сестре оставят на основании биопсии подобный диагноз, я ничем не смогу помочь, извините. Да, но Антон Павлович считает, что на основании МРТ это не так. Пожалуйста, простите. Андрей Аркадьевич, я… Ну, это же как раз ваша специализация. Вы же в этом профи. Умоляю вас. Ниночка? Да. Запишите девушку на вторник. Митрохина, передвиньте на полчаса. Хорошо. Спасибо вам большое. Извините. И с днем рождения вас. Спасибо. Без вас процесс никак не движется, Андрей Аркадьевич. Жду, когда вы уделите мне свое драгоценное время. Уделю, если пойдешь завтра ассистировать. Андрей Аркадьевич, поздравляю. Кирилл, спасибо. Как твой сложный пациент? А, к сожалению, без особых улучшений. Поменяй антибиотики. Ему нельзя вторхинол давать. Почему? Учебник Харкевича читал, а я Харкевичу фармакологию лично сдавал, причем на 5. Это вам. Пациент в критическом состоянии поступил после аварии. Видимых травм не обнаружено. Стабилизировали давление, боремся с гипертензией, купировали судороги. Ждем результатов УЗИ сердца. Там мы увидим стеноз аорты и, скорее всего, легочной артерии. О как! Андрей Аркадьевич, вы что, готовы поставить диагноз? Не увидев, не осмотрев пациента? Я думаю, что мы столкнулись с синдромом Уильямса. Данное заболевание включает в себя триаду врожденной патологии. Субаортальный стеноз аорты и легочной артерии, плюс, как правило, низкий интеллект и отставание в росте от сверстников. Поэтому парень выглядит младше своих лет. И авария со столбом при низкой скорости могла быть вызвана эпилептическим приступом, что также характерно для данной патологии. Коллеги, вы не поверите, у мальчика выявлена редкая патология. Каритический субаортальный стеноз и гипертрофия миокарда, не так ли? Да. Женщина, будь ты прок. Сюда нельзя, Дерзает. Пожалуйста, выйдите. Убийца. Так. Уважаемая, пожалуйста, успокойтесь. Вы находитесь в больнице. Светлана Евгеньевна вас проводит. Да, конечно. Мы во всем разберемся. Ты ребенка моего убил. Мою девочку. Она умерла из-за тебя, подонок. Успокойтесь, выйдите, пожалуйста. Доченька моя, доченька моя, доченька. Бред какой-то. Да? А, присаживайтесь, Андрей Натан Аркадьевич. Натанович, у меня прием. Тем не менее, присаживайтесь, Андрей Аркадьевич. У нас с вами серьезная проблема. Вы о той полоумной, которая сегодня на консилиуме орала? Знаете, мне сейчас не до шуток. Пришел запрос из прокуратуры по поводу вашей пациентки. Я не понимаю, о ком вы говорите? Вчера вечером скончалась Цепина Мария. Вы помните такую? Поворачивайтесь. Сейчас сосчитайте до 10 низким грудным голосом. Раз, поступила она в горбольницу по скорой. Два, эти идиоты решили почему-то, что у нее пневмония. 4. Но на вскрытии обнаружилось, что у нее в левой плевральной 4 литра лизированной крови.
Господи. Так с ней же все нормально было. Но, тем не менее, она скончалась от торакального кровотечения. Аккурат через 8 дней после того, как вы, Андрей Аркадьевич, провели ей фибробронхоскопию и выписали сильнодействующий антикоагулянт. Я выпишу вам варфарин для разжижения крови. Вы должны избегать даже мелких порезов и ушибов. Напоминаю, никаких косметологических процедур и обязательно информируйте любого врача, что принимаете варфарин. К бригаде реаниматологов не подкопаться. Я уже проверял. Но они не могли помочь, потому что она поступила практически труп. Андрей Аркадьевич, я еще раз вам повторяю. У нас с вами серьезная проблема. И мы должны с вами действовать сообща. Смотрите, как мы с вами поступим. Вы принесете извинения родственникам Цепиной, естественно, публично. Потом вы напишете объяснительную, мол, во время бронхоскопии не заметил, зацепил, каюсь. А, все это, естественно, со временем сойдет на нет. И мы забудем этот инцидент, как страшный сон. Пишите. Натан Натанович, вы о чем говорите? Я врач с 20-летним стажем. Эти бронхоскопии по нескольку раз в день делаю. Не мог я ничего зацепить. Тем более, это был простой осмотр, даже без хирургии. Ну и логически. Если бы я травмировал бронхи, разве выписал бы ей варфарин? Я что, идиот? Ни осмотр, который я проводил, ни курс лечения, который назначил, не могли привести к кровоизлиянию. С чего вы вдруг решили меня виноватым сделать? Знаете, готов вам поверить. Вот, пожалуйста, заключение патологоанатома. Что? Вследствие травмы интимы бронха? Здесь что-то явно не так. Я требую провести внутреннее расследование, собрать комиссию и заказать повторную экспертизу. Требует он. Вы что о себе возомнили? Комиссию мы, естественно, соберем. Но на время разбирательства я отстраняю вас от лечебной работы. О как! Ну что ж, идите и сами скажите моим пациентам, что их приемы отменяются. Ничего. Ничего хорошего. Общага и общага. Не общага, а хостел. Какая разница? Такая. Мы вроде здесь вдвоем будем. На выставке будем ходить. Какие хочешь. Кстати, я видела в пятницу, очень хорошая постановка по Булгакову будет. Пойдем? Когда? Договорилась она с Ерволовым. Чего-нибудь хочешь? Чаю сделай. Только без бергамота, он какой-то химический. Как мне все это надоело. Подлить тебе еще? Нет. Это нормально. У него шок перешел в стадию отрицания. Следующий этап – гнев. Готовься. Ну, ты прямо оракул. Милая, это элементарно. Даже у такого образованного человека, как твой Ермолов, паттерны реакции на стресс такие же, как у шимпанзе. Поэтому нормальный психотерапевт… Сволочь. Жучара, подлец. Вот об этом я и говорил. Андрюш, ты уже и не закусываешь? Трусливая, завистливая сволочь. Думает, я на его место мечу. Может, хватит, Андрей? Что именно? Да все. Ну, отстранили тебя, он его восстановит. Я не позволю ноги об себя вытирать. Ну вот, высшая точка гнева достигла маниакального состояния. Ты не волнуйся, Андрюш. Дальше наступит отчаяние и депрессия. Не дождетесь. Ты бы присел к нам-то, а?
Зачем портить себе день рождения? Сережа, я ему столько клиентов привел, клинику его озолотил, а он вот так со мной. Андрей, бог с ним. Мы-то тебя любим и нисколько в тебе не сомневаемся. Угу. Давай лучше выпьем за твое здоровье. Да какое к черту здоровье? Андрей! Андрей! Пускай пар выпустит. Эмоции разрушат его изнутри. Завтра будет новый день. И все опять повторится. Родная, мы не должны сдаваться. У Ермолова были такие пациенты, которые с твоими симптомами полностью выздоравливали. Слышишь, он найдет лечение, я верю. А если нет? Знаешь, как мне страшно. Тихо, 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 тихо. Тихо. Все будет хорошо. Крис, кофе сделаешь? Вот вы как. Что это? Странный вопрос. Буклет. Ну да, записалась в клинику, а что такого? Крис, я же объяснял. Косметические процедуры опасны. Абсцессы, некроз, оно тебе надо? Ну, я просто витаминчики хотела проколоть. У меня морщины, смотри, вот здесь вот, тут и вот здесь. Ну и что? Во-первых, они мимические, а во-вторых, ты мне и так нравишься. Но мне же важно себе нравиться, и потом я же не под нож ложусь. Да все равно, это издевательство над собой. Андрей, ну все делают и ничего. А я тебе запрещаю, понятно? Приветствую, Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Ниночка, привет. Не в службу. Распечатай мне все, что есть подцепиной. Не могу открыть ее электронную карту. Выбрасывает глюк какой-то. Угу, конечно, Андрей Аркадьевич, минуточку. Здрасте. Привет. Очень странно. На цепиной ничего нет. Может, действительно сбой в системе? Вполне возможно. Посмотри все, что есть в журналах, и скопируй по датам, пожалуйста. Угу. А только ваши записи смотрите. Приветствую, Андрей Андреевич. А что, она еще у кого-то наблюдалась? Да, у Земского. Курс косметологических процедур проходила. Так, интересно. И что там из последнего? Под нее бронировалась вторая операционная. Печатать?
Конечно, Ниночка, печатайте. Алло. Натан Натаныч, у нас тут Ермолов объявился. Данные по Цепиной запрашивает. Я понял. Вот скажи мне, Леша, ты идиот? Я договариваюсь с родственниками Цепиной, чтобы не было шума. Добиваюсь правильного заключения. Тебе нужно было только стереть информацию. Ты даже здесь облажался. Но я не думал. А на приеме Цепиной ты тоже не думал? Как можно было ее допустить к операции на Вафарине? К тому же после этого проявить неслыханную халатность. У меня иглы вериша были новые, я ими никогда не работал. Но ведь такие случаи, они же описаны. Да, описаны. В папке у следователя прокуратуры, где черным по белому будет написано, что кроме одной ошибки гений хирургии допустил еще одну. Порвал иглой еремную вену и продырявил купол плевры, куда потом в течение 3 дней стекала кровь, абсолютно не сворачиваясь, вплоть до смерти пациента. Ты понимаешь, что тебе светит? Что? 6 лет. В местах не столь отдаленных. И что мне теперь делать? Сухари сушить, племянничек. Значит, Ермолов хотел коллективного разбирательства. Мы его ему и предоставим. Послушай меня, Леша. Я тебе даю последний шанс. Будешь председателем врачебной комиссии. И чтобы выводы были единогласны. Понял? Милый. Не сейчас, Кристина, я занят. Политики колите? Какой вы наблюдательный. Еще раз вы делали инъекционную липосакцию? Как давно? Ну, дней 10 назад. Одевайтесь. Мария, давайте сразу договоримся. Пока вы не завершите курс лечения, никаких косметологических процедур. Вам понятно? Леш, ты что, избегаешь меня? С какой стати? Просто работы много. У тебя что-то срочное? У меня… Я опоздаю. У тебя 7 числа была моя пациентка. Мария Цепина. Цепина… Нет, не помню. Медкарты посмотри. Леш, не гони. Заказал операционную и не помню, что делал. Андрей, давай без наездов. Ну, я правда не помню. Ну, не могу я держать в голове всех своих пациенток. Это та, за которую у тебя сейчас проблемы? Да. Ну, я вроде только осмотр сделал. У нее же там противопоказания какие-то были. Слушай, если бы я что-то заметил, поверь, я бы тебе сообщил. Сочувствую тебе, коллега. Знаю, я на твоей стороне, но
результаты вскрытия, сам понимаешь. Вы понимаете, о чем просите? Понимаю. Но не скрывает, отчего ваша дочь умерла на самом деле. Я уверен на 100%. Повторная экспертиза покажет, что патологоанатом дал неверное заключение. Почему вы боитесь глянуть правде в глаза? Неужели вам все равно? Или, может быть, Шабалин дал вам хорошую компенсацию? Да как вы смеете? У вас совсем ни стыда, ни совести. Пойдем отсюда. Этот тип хочет только одного. Самооправдаться. Убийца. Завтра приготовлю что-нибудь вкусненькое. Давай, Лиз, нам скоро в клинику. Я знаю. Просто сил нету. Мы с тобой уже столько врачей объездили, а ты все еще на что-то надеешься. И себя, и меня обманываешь. Чудо не случится. Просто я скоро умру. Надо только немного подождать, чуть-чуть осталось. Лиза, нельзя так говорить, слышишь? Нельзя жить в иллюзиях. Ждем, ждем, а мне становится все хуже. Давай так. Если Ермолов нас сегодня не примет, плюнем на все и уедем, обещаю. Ладно? Натан Натаныч? А? Присаживайтесь, Андрей Аркадьевич. Вот, пожалуйста, прошу вас ознакомиться. Протокол врачебной комиссии. О! Председатель комиссии докладчик Земский А.В. Надо же! Так, на основании поступившей жалобы кровотечение было вызвано курсом лечения лечащего врача Ермолова А.А. Предлагаю отстранить, без возможности восстановления в должности, взыскать штраф. Издеваетесь? Да нет. Предлагаю вам уволиться по собственному желанию. Мы это дело спустим на тормоза. Клинике не нужны репутационные издержки. А если я не соглашусь? Вот ваш приказ об увольнении. Понятно. Увольняйте. Я ничего подписывать не буду. Имейте в виду, будете заниматься глупостями, вот это вот заключение я отправлю в прокуратуру. А это... 109-я статья. Причинение смерти по неосторожности. Угу. Удачи! Натан Натаныч, а вы знаете, что в аду главврачей жарит жестче, чем обычных хирургов? Да вы что? А с чего нам такие привилегии? Потому что хирург, если кого и похоронит, то помнит об этом всю жизнь. А для вас, главов, умершие – это всего лишь циферки, статистика. И за это, Натан Натанович, вас будут жарить особенно нещадно. Адье! Земский? Подожди минутку. Да? Говоришь, на моей стороне? Ну да. А вот я хотела еще… Андрей? Кристина? Что случилось? Надо было довести человека. Что это такое? Пошли домой. Я никуда не пойду, у меня процедура. Кретин. Здравствуйте. Мы записаны на 11:30 к Ермолову.
А Ермолов здесь больше не работает. Его уволили сегодня утром, вместо него принимает Лившиц. Помогите, пожалуйста, дайте его хотя бы номер. Это запрещено. Настя, пойдем уже, хватит унижаться. Лиза, стой! Девушка, вы понимаете, что я сейчас действительно плюну на все и уйду? Оставлю ее здесь, пусть она у вас умирает. Есть. Теперь он от нас никуда не денется. Угу. Представляю, сколько ему таких, как ты, с утра до ночи звонят. Рад, что вы очнулись, коллега. Как вы себя чувствуете? Боли нигде нет. Тошнота, голова не кружится. Белых мошек перед глазами нет. Почти все, что вы перечислили. Как долго я был без сознания? Пару часов, пока вас везли. А что случилось? Бригада скоро обнаружила вас в машине. Ребята говорят, сработала подушка безопасности. Но, кроме легкого сотрясения, никаких серьезных травм не обнаружено. Ну, по крайней мере, по КТ мы ничего значимого не увидели. Ясно, жить буду. А внутреннее кровотечение исключили? Узнаю хирурга. Андрей Аркадьевич, ваша гемодинамика стабильна, лабораторные параметры в норме. Но, учитывая обстоятельства, я бы рекомендовал сделать повторное обследование. Крис, я погорячился. Погорячился? Ну да. Перенервничал, пока разбирался с этими дебилами. Ты надолго к маме? Это все, что ты хочешь мне сказать? Крис, не надо скандалов, мне и так тяжело. Ну, хочешь, куда-нибудь поедем, развеемся. Я с тобой таким никуда не поеду. Человека избил, машину расфигачил, мозг не выносишь каждый день. То тебе не так, а это тебе не эдак. Бухать перестанешь, тогда и поговорим. Еда в холодильнике, рубашки в сушилке. Крис! Крис! Здравствуйте, я в 33-ю, там не отвечают. Раз не отвечает, значит, нет никого. Да быть такого не может. Я звонила Андрею Аркадьевичу. Он сказал, что примет меня дома. Без его подтверждения не пущу. Да как так? У меня прием оплачен. Откройте, пожалуйста. Здравствуйте, в 33-ю, к Ермолу. Это Сергей. Извините, а можно с вами к Андрею Аркадьевичу? А вы кто? А я… У меня сестра болеет сильно, и только Андрей… Ермолов на дому не принимает. Запишитесь к нему. Он в клинике больше не работает. Тогда обратитесь к другому врачу. Извините. Здорово. Проходи. Чё-то паршиво мне, Серега. Ну а как ты хотел? Увольнение – это удар. В том числе по самолюбию. Не, я про другое. В ногах слабость. В глазах расфокус, речь заторможена. В алкогольном пике и не такое может случиться. Нет. От алкоголя мне, наоборот, легче. Пить будешь? Нет, конечно. И
Я думаю, это следствие сотрясения мозга. Ну, как странно. Руки немеют. Андрюш, ты бы не загонял себя так, а? А то с твоими познаниями ты в себе половину симптомов из медицинской энциклопедии отыщешь. А Кристина где? Лучше не спрашивай. И на вискарь тебе так не надо налегать. Да, ты прав. Мне надо быть. Этот Шабалин думает, что можно просто так об меня ноги утирать, козлом отпущения сделать, а потом из клиники вышвырнуть. И племянничек этого Земский с ним заодно. И, скорее всего, главврач из второй городской больницы. И на того напали. Кругом одни враги и заговоры. Да потому что так и есть, Серега. Патологоанатом они, ясное дело, купили. Он что им надо, то и подписал. Но, Серега, я этого так не оставлю. И этим гадом я в департамент пойду. В прокуратуру. Подожди, у меня же Артур есть с телевидения. Большой специалист по этим скандальным разоблачениям. Надо его набрать сейчас. Хотя нет, знаешь, я сам по-мужски с этими тварями разбираться. Подожди, Андрей, сядь. Вот так. Послушай, конечно, история мутная. Я с тобой полностью согласен, надо разобраться. Но ты сначала себя в порядок приведи. Лучше вот что мне скажи. Сам как думаешь, ты мог ошибиться? Не знаю. Я был уверен, что все прошло гладко, но после этой аварии все в голове смешалось. Серега, я не помню, как я бронхоскопию провел. Андрей! Андрюша! Андрей, подъем! Андрюша, Андрей, вставай, поехали. Вставай, я серьезно говорю. Тебе надо сменить обстановку, успокоиться и все не спеша обдумать. Давай. Оп. Молодец, пошли. Молодец. Андрей Аркадьевич, вы что, уезжаете? Как видите. А куда? Мне очень нужно поговорить с Андреем Аркадьевичем, он наша последняя надежда. Ваша последняя надежда себе сейчас толком не может помочь. Ну, со всеми бывает. Вы сами скажите, он же хороший врач? Хороший. Только в данный момент не в лучшей форме. Ну и что? Завтра будет в форме и примет нас. А то, что все зря получается? Зря квартиру продала, зря с работы ушла. Сестру из Кемерово притащила, я людям надоедала, взятки совала. Я же ее каждый день мучаю, таскаю то в одну больницу, то в другую. Знаете, как ей тяжело? Она еле дышит. Хорошо. Пишите адрес. Только дайте ему пару дней в себя прийти. Ага. Почти приехали. Знакомься, Крестецкий район. Прошу любить и жаловать.
Заходи. Сюда проходи. Так. Ну, продуктов тебе на пару дней хватит. Ага. Я вот сюда положу. Ладно, сам потом. Пойдем дальше. Пойдем, пойдем. Удобство, сам понимаешь, на улице. Воду себе потом в колонке наберешь. Ну вот так, как говорится, все для тебя. Живи и радуйся. Андрюш, я тебе как психотерапевт и как друг скажу. Единственный человек, который сможет тебе помочь, ты сам. Все, пока. Серёг, и ты, что ли? Здравствуйте, Аглая Тимофеевна. Ну, наконец-то. Забывать стал свой дом. Без тебя скучает он. Работа. Во всем у вас одна работа виновата, да? Слушай, а ты друга с собой привез. Как его зовут? Андрей. Ага. Андрейка, значит. Ну, ладно, пригляжу. Ой, приглядите, пожалуйста. У него проблемы на работе. Решил сменить обстановку. Опять работа. Ну, ладно, ладно. Пусть поживет. Может, и отдышится. Спасибо, Аглая Тимофеевна. Теперь почаще буду приезжать. Ждать буду. Thank you.
А с какой платформы отправления ты смотрела? Ты когда деньги получишь? Последняя футболка порвалась. Чего сразу деньги? За штопаешь? Нашел штопалку. Вот женись, пусть жена штопает. Ха. Тебе сколько лет-то? Все на девок пялится. Пора бы уже и остепениться. Ну вот сама говоришь, жениться надо. Вот я и пялись. Смотрю, с кем бы остепениться. За мужем, что ли, приехала? Нет, бабуль, за доктором. Ой, с доктором беда у нас. Его самого лечить надо. Да и правильно, что сюда приехала. И правильно, что ты приехала и ее с собой взяла. Здравствуйте. Вы меня помните? Посмотрите Лизу, пожалуйста. Мы ради вас сюда приехали. А я сюда приехал, чтобы меня не доставали. Хорошо. Мы тогда завтра подойдем? Я приемов больше не веду. Считайте, что доктора Ермолова больше нет. А что это вы только приехали и уже уезжаете? Не понравилось, что ли? Так это вы еще ничего не видели у нас. У нас здесь красота, знаете, какая? О! Ключи целебные опять же есть. А музей наш краеведческий в самом ЮНИСЕФе записан. А? В ЮНИСЕФе? Ага. Честное слово, ёжки-ножики. Приболело, да? Слушайте, подождите, может, вас обидел кто? Так вы сразу мне скажите. У нас все вопросы в деревне решаются через Виталика. Если что… Слышь, Виталик. А. Твоя машина? Моя. До станции подбросишь? Легко. Серега, где я? Здрасте. В Крестецке, я ж тебе рассказывал. Районный центр промышленной и культурной жизни. Не смешно. Можешь забрать меня? Ну, во-первых, туда-сюда метнуться не ближний путь. Во-вторых, ты сам хотел успокоиться и покопаться в своих симптомах. Значит, вызову такси. Какой адрес? Дорогой друг, или ты сам разбираешься в своих чувствах, или я тебя положу в лечебницу, чтобы тебе там мозги поправили. Влад, связи у меня есть. Знаешь что? Серег? Серег?
сиди в машине. Стойте, стойте, вам нельзя шевелиться, стойте. Голова не кружится? Я врач, со мной все вроде бы в порядке. Хорошо. Это, ты посиди здесь, хорошо? Я гляну, что там случилось, сейчас приду. Живой! Пульс под 100, но без перебоев. Дыхание есть. Что ж ты не пристегнулся, парень? Давайте его приподнимем. Ага. Аккуратно, аккуратно. Вроде перелом ребер. Слева. Больше повреждений нет. Хорошо, давайте его вытащим. Ага. Что, помочь? Да, помогите, пожалуйста. Ага. Ребра ему не трогайте. Стараюсь. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Сейчас оп, надо под голову. Да, аккуратно. Хорошо. Ага. Давай, да, да. Опускайте. Давай, давай, давай. Хорошо. Сейчас, я скорую вызову. Сидите, так, я смотрю. Вы же врач, а не терминатор. Так, дышать стало легче? Пальцами рук, ног пошевелить можете? Острая боль? Больно. Алло, Виталий, скорая! Воды! Сейчас! Авария у нас здесь. Ага. Авария, да. Записывайте адрес. Следите за моим пальцем. Хорошо, теперь высуньте язык. Он стабилен. Откуда такие познания? Медсестрой работала. Ждем, ага. Все, скорая на подходе. Так, давайте. Больно? Нет. Как вас зовут, ангел-спаситель? Настя. Движение полное, вывиха, походу, нет. Вячеслав, хирург. А это оригинально. Вы знаете, такую сестру я бы с удовольствием взял себе в отделение. Но мы здесь проездом. Вы как? Хочу показаться навязчивым. Вы у нас проездом, но если как-то можно затормозить этот проезд. Вячеслав. Слава. Просто Слава. Понял. Это вам за профессионализм. Спасибо. До свидания. Здравствуйте. Дайте мне, пожалуйста, минуточку. Без проблем. Мужчина? Все, все. Достаточно. Вы как? Я сейчас вызову врача. Нет, не надо. Я сам. Врач. А?
Я все выяснила. Ближайшая электричка вот-вот будет. Слушай, я устала от этих переездов. Давай переночуем, а утром поедем. В Италии есть где остановиться. Да, я соседям проводку чинила. Они мне ключ оставили, чтобы я за дом смотрел. Там все чисто, культурно, а? Давай. Настя, ну. Извините, на рюмку чая не приглашаю. Вообще-то… В доме электричества нет. А вы не знаете, где тут электрик живет? Я ему скажу, он придет. Спасибо. Здорово, да? Ага. Ну, классно же. Ну чего, не обманул Виталя? Угу. Газ, водопровод, холодильник, все есть. Еще если стиралка работает, вообще рай. Девчонки, комплимент от домовладельца. Прошу. Спасибо. Спасибо. Ну, и гешефт от управляющего, то есть от меня лично, по чуть-чуть. Скрасим, так сказать, томный вечер ноткой дружеского балдежа, а? Зря ты Виталию обидела. Он хороший, добрый. Угу. Пока трезвый. А как выпьет, лучше и не знать. Ладно, пойдем чай пить. Настя, давай останемся здесь. Тебе самой не надоело по этим клоповникам мотаться? Здесь вон воздух какой, только вдохни. Наклоняйся. Дыши. Как ты? Превосходно. Что ты от меня хочешь? Буду тебе нового врача искать. Вот отсюда ищи. Я в город не поеду, мне там только лечь и умереть хочется. Может, Ермолов твой, любимый, придет себе уговориться? Гладь нам кожу, освежай нашу голову и грудь. Каждый может стать моложе, если ветра веселого хлебнуть.
Кстати, хлебнуть. О, хозяин. Физкульт, привет. Ну-ка, щелкни там выключатель. Все, да будет свет, сказал монтер. Ежики нужны. Вы что сделали? Починил. Что починили? У тебя контактнуло. Я предохранитель поменял. У тебя все работает. Так ведь опять контактнет. К бабке не ходи, контактнет. То есть вы считаете это нормально? А чё я, по-твоему, должен дом тебе весь перебрать? Так, ну, во-первых, не ты, а вы. Ох ты, посмотрите, какого барина к нам занесло. А во-вторых… Так, значит, слушай и конспектируй. Меня человек попросил, я пришел, помог. Без денег, без всего. Даже спасибо в ответ не услышал. Так, подождите, мы с вами еще не закончили. Чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. Ты не бойся ни жары, ни холода. Закаляйся. Леночка, я сколько раз вам говорила, не опаздывать. Тамара Маратовна, мне просто уже терпение заканчивается. Вы понимаете, что я вынуждена буду вас уволить? Здравствуйте. Не подскажете, где найти главврача? Тамара Маратовна, главврач, слушаю вас. Я к вам по поводу трудоустройства. Мне сказали, вам медсестры нужны. Да, нужны. А кто сказал? Вячеслав. Вячеслав Григорьевич. Угу. Так, образование у вас есть? Колледж и неоконченный мед, но с большим опытом работы. Документы? Я с прошлой работы еще не забрала. Медкарта? Ничего с собой нет. Даже паспорта нет? Нет, паспорт есть сейчас. Ясно. То есть вы пришли на работу устраиваться с одним паспортом? Вы знаете, я сделаю запрос, и все необходимые документы пришлют. Мы с сестрой только приехали. Так, избавьте меня от подробностей. Как соберете все документы, можете обратиться в отдел кадров. Ага. Но медкомиссию я могу у вас пройти? Сейчас проходим. Коллега, вы все-таки к нам. Угу. Как прекрасно. Во второй операционной ее. Ваша помощь очень не помешает. Ну что стоите, пойдемте. Вячеслав Григорьевич. Тамара Маратовна, давайте не сейчас. Мне пациентку надо на ревизию. Как бы до перитонита не дошло. Так, подождите, я не могу пустить ее в операционную без документов. Правила асептики вам знакомы? Да. Название хирургических инструментов знаете? Зажим Кохера от Белерота отличу. Под мою ответственность. Ну что, пойдемте. Здрасте. Здрасте. Мы знакомы? Вы могли наблюдать меня вчера в своем огороде, пока моя сестра ломилась к вам в дверь. Да, припоминаю. И что? Надолго вы решили задержаться в этом чудном селении? Мы здесь не из-за вас остаемся, не переживайте. Ну да, конечно. Из-за кого же еще? Вот это самомнение. Ингалятор. Держи. Мелкоклеточный рак легких. Пока без метастазов. Прошла курс химиотерапии, ноль эффекта. Онколог сказал, мне недолго осталось. В каком возрасте появились первые симптомы? 14. Я после пожара в больнице лежала, там приступы начались. Меня все обследовали, ничего не нашли. Хм.
Интересно. Когда обнаружили онкологию? 2 месяца назад. Я в институте пульмонологии лежала у нас в Кемерово. Там меня просветили и, как говорит Настя, приговорили. На приговоренную ты пока не тянешь. В 14 появились первые симптомы, а пару месяцев назад выявили одну из самых скоротечных форм рака. Нет, тут что-то не сходится. С таким диагнозом ты бы так долго не протянула. Настя тоже так говорит, но есть результаты биопсии, поэтому не нужно давать мне ложных надежд. Приступы болезненные? Да. Странно. Онкология обычно не болит. Но стекла же не врут. Слишком ты пессимистична. Зато вы у нас оптимист. Даже ведро донести не можете. Оптимист? Это твоя сестра. Думает, я могу тебя излечить. Это ее проблема. Она родителям пообещала меня спасти. А что с родителями? Ничего. Умерли. Понимаете, я раньше была на небольших операциях, в перевязочной. Трахеостомы, дренажи, катетеры. А в операционной первый раз. Тогда откуда вы знаете название инструментов шовного материала? Так, как сказал бы Станиславский, я не верю. Вы мне практически ассистировали. У меня даже опытные сестры и то-то не справляются. Нас так учили. Ну, и я сама дополнительно изучала. Я даже не знаю, что сказать. Я и не заметил, что вы ассистируете впервые. Поздравляю с боевым крещением, коллега. Спасибо. Я счастлив, что вы к нам попали. Спасибо. Вы неплохо устроились. Да, здесь хорошо. И водопровод наверняка есть. И стиральная машинка все есть. Холодная горячая вода, микроволновка. Ну что же. Андрей Аркадьевич, а может чайку? На чашечку чая не пригласите, Анастасия Валерьевна. Вячеслав Григорьевич. Вне работы просто Слава и на ты. Настюш, хорошо? Слава, я тебя пока в гости позвать не могу. Ну, мне пора. Спасибо за поддержку. И вам спасибо за помощь, коллега. Жду вас завтра. Хорошо. До свидания. Настя, иди к нам. Выписки из истории болезни. Посмотрите, пожалуйста. Ладно, посмотрю. Индекс массы тела 17. Вес 42. Рост 1,58 м, дефицит массы тела 15-25%. Сужение зрачка в ответ на случайно упавший свет, грудная клетка астеническая, признаков рахита нет. Кожный покров чистый и бледный. Признаки аутоиммунного воспаления нет. Патологические высыпания нет. Сухая кожа губ, белки глаз чистые. Выраженного сосудистого рисунка и сосудистых звездочек нет. Передаточная артериальная пульсация без особенностей. Патологической венозной пульсации нет. Легкое впадение гнатключичной и межключичной ямок. Нехватка оксигенированной крови. Славик говорит, что даже опытные медсестры в таких ситуациях теряются. А я справилась, представляешь? А твой как день прошел? Прошел. Как чувствуешь себя? Хорошо. Даже странно. Но ингалятор и таблетки никто не отменял. Давай.
Я за чайником. Войдите. Добра в дом. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Аглая, соседка твоя. Понятно. Меня Андрей зовут. А я знаю, Андрейка. Я тут сбитню сподобилась сварить. Ты не побрезговай, давай. Ах, нет, давай. Нет, только а не на стол. А давай нет, сюда поставим. Не надо, я сам. Нет? Слушай, Серега попросил присматривать за тобой. Говорит, плохо ему. А я смотрю, ничего. Вроде как приободрился уже. На люди выходишь. Я чего тут надумала? Баньку свою починить. А то дверь скособочила. Пар выходит, холодно. Надумать-то надумала починить. А сил-то не хватает. Может, подсобишь? Хорошо, только не сейчас, ладно? Не, я понимаю. Вон уже вечер на дворе. Как будет время, приходи. Договорились. Добрых тебе снов. Доброе утро, Тамара Маратовна. Здравствуй, Анастасия. Похвальное рвение, если это не пыль в глаза. Почему пыль в глаза? Я всегда стараюсь. Ну, это преждевременный разговор. Вы же понимаете, что я не буду закрывать глаза на нарушение трудового законодательства. Но Слава объяснил, что... Вячеслав Григорьевич. Вячеслав Григорьевич. Послушайте, Настя, больница действительно нуждается в операционной медсестре. Это правда. Как и то, что у нас будут большие неприятности за вас в случае проверки. И неважно, что вам сказал Славик. Я вас поняла. Сегодня же сделаю запрос. Уж будьте добры. Лиза. Лиза. Yeah.
в больницу. Поехали. Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река. Да давай, давай, док! Не спи, вставай, кудрявая, в цехах свинья. Эй! Здесь не стоял, о, я тоже. Это есть кто? Не, ну как? Извините, пожалуйста, кто там? Выходите! У нас, да? У нас человек! Давайте, тут. Что врача тут надо! Врача! Так, сейчас, подождите. Карта. А, карта. Так, здесь. Что случилось? Вот, ага. Вот, давайте мне. Вот, вот, возьмите бумажки. Санитары. Бери котел. Коллега, коллега, вводите ей гормоны. У нее бронхоспазм неясного генеза. Ага. При реанимации ее быстро. Угу. Давайте. Держите. Вам нельзя туда. Посторонний вход воспрещен. Здесь подождите. Пульс 100 на 60, частота 125. Сатурация низкая, 75. А ведь он прав. У нее ярко выраженный бронхоспазм. Преднизолон десяточку, капельницу с физом и дыхательную маску. Вячеслав Григорьевич, вы не у себя в операционной. Молчу. Коллега, тем не менее, попробуйте бронхолитики. Если не поможет с насыщением кислорода, интубируйте. Тед, слышь, а ты откуда так про все эти болячки там и так далее? Экстрасенс, что ли? Нет, врач. А Славик наш, да? Посторонним вход воспрещен. Какой же ты посторонний, так, док? Слушай, как тут добраться, до вокзала или автостанции? Что тут у вас? А зачем? Ты что, уехать, что ли, собрался? Обиделся? На Славика? Я ему... Или на меня? Короче, тебе проводку почини. Я хоть сейчас. Поехали, у меня кабель даже есть. Давай, заводи. Заводи, заводи! Как ты меня напугала. Пора бы уже привыкнуть. Лиз, не надо так говорить, пожалуйста. Как себя чувствуешь? Жива. Хорошо. Если что-то будет нужно, обращайтесь прямо ко мне, не стесняясь. Спасибо, Вячеслав Григорьевич. Уже помогли, Лизу спасли. Меня вообще-то Ермолов спас. Лиза, Вячеслав Григорьевич тебя реанимировал. А Ермолов спас. Хорошо, раз Ермолов спас, он и разберется. Ты настоящий человек. С большой буквы. Знаешь, что корешу надо. Не в службу, а в дружбу. Сходи, пожалуйста, а? А то у меня, ну, знакомая тут в магазине работает, а я, как бы, сам видишь, сейчас не камильфо. Спасибо, док, ёжики-ножики. Ты... Здравствуйте. Здравствуйте. Починили электричество? Что? А, нет. Ну, рюмка чая при свечах. Может, даже романтичнее. О, простите... Я глупо пошутила. Ничего, бывает. Кортикостероиды есть? А, надо заказывать по рецепту. Цитостатики? Нет. А что есть от аутоиммунных заболеваний? Без рецепта ничего. Могу порекомендовать альтернативу. Вы о чем? О настойках.
Солодка натощак – это прекрасный цитостатик. Это я вам как провизор говорю. А тысячелистник… Достаточно. Послушайте, мне нужны лекарства с доказанной эффективностью. Понимаете это или нет? Хозяин, барин, приходите с рецептом. Ну что ж, спасибо за познавательную информацию. Вы мне глаза открыли на фармацевтику. Пожалуйста, заходите еще. Непременно. Вот, возьмите. Спасибо. До свидания. До свидания. Здрасте. Здрасте. Овсянку, не хлопья. Бананы, яблоки зеленые, желудки куриные и бутылку водки. Интересный продуктовый набор, мужчина. Желудочков нет. А, тогда сардельки. Хорошо. Да, тут не проводку. Тут лучше дом менять. Когда еще ее проводили? При Гагарине, наверное. Давай, иди, проверяй. Я сейчас предохранитель включу. Док, принимай работу. Будешь пить, сгоришь в гиене огненной. Это что вдруг? Улететь циррозом печени, смерть страшна и мучительна. А ты с чего взял, что у меня цирроз? Правый подреберье торчит, и ты за него хватался несколько раз. Побаливает? Сосудистые звездочки по всему телу. Да, это не родинки. Ладошки покажи. Красненькие, да? Знаешь, чудок? Нашел бы ты больницу. Нашел тоже пациента. Я собрал. Это молодец. Да. Сейчас пойдем. Сейчас. Видела, а я ее достала. Я тебя сейчас выйду. Только попробуй у меня. Ну как? Цирроз печени. Так. Выпадение волос в лобковой зоне. Ёшки-мушки. Импотенция. Рост молочных желез. Фу! Опять он. Ну, ответь. Да. Привет. Извини, что пропал. Проблемы кое-какие. Мне пофиг на твои проблемы, ты понял? Папа.
Привет, папа. Ты где? В деревне. Решил себе каникулы устроить. Это с какой радостью? Приболел немного. И сразу раскис. Жалеешь себя? За мамку спрятаться захотелось. Да, представь себе. Если бы не ты, она была бы еще жива, наверное. Живой? Кто? Че это, открыто у тебя тут все? Ты как? О, тоже смотрю хреновенько. И мне тоже что-то как-то паскудно. Все-таки сыплют что-то они в эту водку. Пойдем, док, купаться. Я уезжаю. Да погоди ты уезжать. Успеешь. Сядь, посиди, разговор есть. В общем, решил я, завязать не надо. Правильно решил. И в больницу лечь на обследование. Да ты в нашей больнице был? Видел ее? Что они там умеют? Народные средства есть. Проверенные. Сок квашеной капусты, вот. Опять же, там овес, чистотел. 100 грамм. Но только на голодный желудок. Нельзя тебе пить. Совсем. Помрешь. Ёжики-ножики. Ладно, рассказывай, что там делать надо? Ты же у нас специалист в этом, док, так? Только вот давай без больниц. Тём, Тёмочка, Тём, Тём, дыши. Отойдите, отойдите. Встаньте. Тихо, тихо, тихо. Помощь нужна? Дыши спокойно. Присмотрите за ним, я за врачом. Спасибо. Так, так, так. Сейчас все пройдет. Сейчас все будет хорошо. Давайте-ка я вас осмотрю. Доктор, вы знаете, сколько врачей меня уже осмотрело? От этого диагноз никак не меняется. Лиза? Не надо опускать руки.
Хорошо. Ух ты. Мое почтение, дамы. А? Док, видал? Ой, какие? Что скажешь? У одной остеохондроз второй степени. У второй из-за перекоса бедра непроходимость сосудов нижних конечностей. Ты, ёшки-ножки, как живешь вообще, а? Ты людей-то хоть видишь? Или только диагнозы? У тебя девушка есть? Была. Вот! Значит, самое время. Откатим, а? Заодно диагнозы полечим. Смотри, какие, а? Мне пора. Ты? Док, ты куда? Ну не бросай меня, ну на самом интересном месте. Док, ты что, обиделся что ли опять, а? Я же как лучше хотел, развлечь тебя старался. Слушай, вот ты говоришь, больница, больница. А сам ты почему не в больнице? А я тебе объясню, почему. Слушай, что тебе от меня надо, а? Да ничего мне не надо. Я же как друг. Нет, слушай, вот если маманю глянешь мою одним глазком хотя бы, а то она меня утомила уже, сил нет. Вот у нее 25 лет голова. Болит, болит, болит. И ни туда, и ни сюда. К врачам обращаться пробовали? Да опять ты ежики ножки. 25 лет? Больница в двух шагах. А вы до сих пор капустный лист к колбу прикладываете. Да пошел ты! Иди. Андрейка, ну-ка постой. Позабыл про меня? А кто мне баньку обещался починить? Ну, обещать не жениться. А? Не расслышал, когда придешь? Не знаю. Миленькая, ты уж изучи время-то. Вот ступенька-то на лесенке совсем сгнила. Сегодня чуть не сверзилась, ногу чуть не сломала. Вода хорошо еще есть, а ежели не будет воды, натаскал бы ты мне по-соседски. Иди ты, бабушка, в муниципалитет, пусть соцработника назначит. Ой, нужен мне твой соцработник, а ты-то у меня на что? Андрейка! Анастасия, здравствуйте. Угу. Вы сегодня герой дня? Почему? Парню в приемной помогли. А-а-а. В качестве поощрения держите. Спасибо. И предлагаю культурную программу. Поход в краеведческий музей. Можем просто на речку сходить. У меня даже купальника нет. Черт, у меня тоже. Зато у меня есть полный шкаф. Вячеслав Григорьевич, зайдите ко мне в кабинет. Разговор есть. Здравствуйте, Андрей. Здрасте. Аптека на дом. Мы вас не звали, но вы пришли. А у вас, я смотрю, боевое настроение. Я вам принесла настойки, которые я все-таки рекомендую на первое время, пока вы не найдете нормальных лекарств. И еще. Я, конечно, не очень удачно пошутила про рюмку чая, но хочу пояснить. С личной жизнью у меня все в порядке. Как мужчина, вы меня не интересуете. А я так и понял. Искренне рад за вашу личную жизнь. Там продукты. В общем, разберетесь. Спасибо. Сколько я вам должен за этот сервис? За этот сервис вы должны не мне, а вашему другу Виталику. Странно. Я вроде в друзья его не записывал. Но, тем не менее, он о вас позаботился. Всего доброго, выздоравливайте. Анастасия! Вы когда документы на оформление принесете? Я уже сделала запрос, написала. И что, вам ответили? Пока ничего жду.
Вы вообще у нас работать собираетесь? Я уже работаю. Я вижу. Что-то не так? Скромнее просто нужно быть. Врачей время у вас отвлекать есть, а с документами разобраться времени нет. Я вас поняла и справлюсь. Хорошо. Настя! Андрей Аркадьевич, здравствуйте. Привет. Как у Лиз дела? Приступ сняли. Ваш совет по поводу бронхоспазма был правильным. Гормоны сработали, сейчас на капельнице обследуют. Хотите чаю? Нет, спасибо, я уезжаю. Как же Лиза? Нужно настоять на том, что провели повторную биопсию. Желательно сделать ПЭТ. Это можно организовать и без меня. А мне надо в Питер. Андрей Аркадьевич, не бросайте Лизу. Пожалуйста, хотя бы осмотрите ее, а потом поедете. Сейчас? Ключи у охранника стащила. Футбол смотрит. Как раз гол забили. Дожили. Проникаю в больницу, как воришка. Ради благого дела. О, здравоохранение, 21 век. Привет, сестренка. Привет. Надо ж, какие люди. Проведать меня пришли? Андрей Аркадьевич пришел тебя послушать. Какой отрывок хотите услышать? Лиз, хватит поясничать, раздевайся. Да нет, зачем ему меня осматривать? Чисто профессиональный интерес, необычный случай. Типа, ничего личного, просто бизнес? Лиза. Я не Лиза, я необычный случай. Понятно. Видимо, сегодня не получится. Ты дура, что ли? Андрей Аркадьевич, простите, пожалуйста, я не знаю, что на нее нашло. Настя, перестаньте извиняться. Нет, ну правда, у нее очередной бзик какой-то. Она ведь еще маленькая, я ее уговорю, честное слово. Никого уговаривать не надо, поймите. Лиза взрослый человек, и она права. У нее есть лечащий врач, пусть он ее осматривает. Андрей Аркадьевич, не уезжайте, пожалуйста, до повторных результатов анализов. Я вас очень прошу. Я вам заплачу. Хорошо. Сколько? Что сколько? Ну… А, вы не так меня поняли, я с вас ничего не возьму, просто мне самому нужно довести дело до конца, раз уж взялся. Спасибо вам. Только не думайте, что я буду торчать здесь вечно. Как будет готова биопсия, сразу сообщите. Обязательно. Простите еще раз. Настя, вы прекрасный человек. И вам действительно не к лицу постоянно просить и извиняться. Успокойтесь. В библиотеку иди. Ну-ка, разошлись. А ты кто такой? С кем по жизни двигаешься? Вы, господа гопники, эту уголовщину при себе оставьте. В камере пригодится, ясно? Пацаны, в
Братишки, кажется, барзометр зашкаливает. Сейчас поубавим. Ну, у кого здоровья много? Подходи, поубавлю. Давай, давай. Я тебя быстро лежаком сделаю. Ну, чё встал? Ладно, пойдем. Земля круглая. Спасибо вам. Я Антон. Андрей. Очень приятно. Что им нужно? Да, пытаются запугать питерского пижона. А я тут клубом заведую, студию танцев открыл. Вот, гопота, видимо, бесится, что у них всех девчат уведу. А, кстати, вот тут все мероприятия нашего ДК. Сегодня, кстати, как раз танцы. Приходите. Обязательно. До встречи. Ой-ой-ой-ой-ой. Беда с тобой, Андрей. Что? Ведро притащил и уже приморился. Что ж это? Солнышко высоко, а у нас еще дел сколько. Ступеньки надо поправить, дверцу надо починить. Воды в баньку натаскать. Я ведь тоже ничего не могу, старая стала. Ай, ослабела и ослепла. Все. Так и зрение поправить можно, бабуль. Да знаю, Белок. Нет, то, что мне нужно, я вижу. А вот ты в упор людей не видишь. О, врачебная мысль собственной персоной. Чего явился? А? Совесть замучила? Мамулю мою решил глянуть? Так нет ее, в городе она. Придется тебе в другой раз. Инструменты нужны. Зачем? Соседке в бане дверь починить. Бабке Аглае-то? Проходу не дает, замучила. Это она может. Инструменты дашь? Ну ладно. Будем считать, извинения приняты. Так сказать, приграничный инцидент урегулирован между военными атташе. Какой инцидент? Вот только не начинай, а, ёжикин ножик. Сейчас принесу. Тамара Маратовна, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы очаровательно выглядите. Все хочу вам сказать, но вы заняты все время. Вячеслав, ваше протеже допустило серьезное нарушение. Да ладно. Настя? Савельева. Вчера вечером она тайно провела в больницу постороннего. Мужчину? Да, мужчину. А вас только это интересует? В остальном все нормально? Разумеется, нет. Спасибо за информацию, я с ней поговорю. Очень на вас рассчитываю. О! А? Красота, док! Ну, наконец-то. Пойду я. Тимофеевна, принимай работу. Ой, молодцы ребята! А как по-другому, Тимофеевна? Ты еще в лягушку превратишь, кто меня поцелует потом, а? Ой. Язык без костей. Мелят, мелят. Ладно, давайте, несите воды, а я пока баньку истоплю. Да какая банька-то, Тимофеевна? Да не для тебя, а для него. А у меня банник, знаешь, какой? Ой, смирный. Плохого от него ничего не будет. Он еще пару так подпустит. И Андрейку моего, может быть, согреет.
Один питерский профессор считает, что ее симптомы не соответствуют диагнозу. И он просит сделать повторную биопсию, рентген в двух проекциях и ПЭТ. А что нам это даст? Вообще, Настя, подумайте сами. В очередной раз вы дадите своей сестре надежду, а потом придут подтверждения. Но если не все так очевидно. Возможно, какая-то ошибка закралась. Давайте проверим. Но биопсия врать не может. Слушайте, ну если все так однозначно, зачем тогда врачи? Может, сразу могилы копать будем? А вы меня учить будете? Нет, я прошу вас рассмотреть другую возможность. Шанс, Настя, микроскопический. Вероятность близится к нулю. Это гигантский шанс, что моя сестра будет жить. Спасибо, что выслушали. Вчера ты не хотела со мной разговаривать. Объясни мне сейчас, что за цирк ты устроила. Я не хочу никакого осмотра. Я не спрашиваю тебя, хочешь ты или нет. Ты должна, ты просто обязана дать осмотреть себе Ермолову. Я не буду перед ним раздеваться. Лиза! Лиза! Прости. Прости, давай спокойно. Объясни мне, пожалуйста, что не так? Что, ты стесняешься Ермолова? Чего мне его стесняться? Не знаю. Может, ты запала на него? Сама ты запала на него. Ну а что? Он умный, харизматичный, симпатичный. Угу. Просто секс-символ. Староват он для меня. Ну вот, видишь? И чего тогда стесняться? Лиз, ну сколько мы этого ждали? Ермолова вон всего бедного доконали. Тот он еле живой ходит. Да. Ты бы видела, как он вчера со всей своей важностью к тебе по коридору крался. И как? Вот хорошо. 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 Док, скучно. Ты свою цистерну уже выбил. Да понял я, понял. Ёжики, ножики. Вопрос этот закрыт. К тому же надо мадамский вопрос решать. Есть кандидатки? Пс, спрашиваешь. Но есть одна женщина с большой буквы. Ты в магазине у нас был? А она там работает? Ну, как тебе? Ну да. Умная, красивая, с характером. Огонь, пушка, хоть сейчас ЗАГС. Гульнем напоследок, а, док? Да я же не про водку. Что, сразу обязательно пить, что ли? Вон, пойдем в клуб на танцы. Устал я. На том свете отдохнешь, а там, в смысле в клубе, там весь наш мадамский антураж в полном ассортименте. М? А? А? Во! Мужик! Здрасте. Здрасте, здрасте. А вы кто? Да почти никто. Подумаешь, хозяева. А вот вы-то кто? Документы есть? А ты звони. Да, да уже. Звони, пока не дозвонишься, где этот прохвост. Девчонки, привет, разрешите? Здорово. О, привет, привет. Так. А! Держи свое пиво, сдачи не надо. Мелочь готовьте. Док, ты что застрял-то? Давай заходи, что как не свой стал. Вот, смотри, наши красоты, так сказать. Я сейчас. О! Здорово, мужики, слушай, где ты? У меня гость тут, я без очереди, разреши.
Так, ну вот, ваши два стаканчика. Благодарю. Спасибо. До скорого. Всем спасибо. Здорово. Сок, сок. Долго-долго я мечтал, долго в мыслях не совал, как я буду целовать волосы твои. Алло, красавица, передохни, пойдем к нам за столик. Хочу. Оль, ну что ты не за другу из себя строишь, пойдем. Всем отвали. Все в порядке? Да, все хорошо, спасибо. Будем и вовремя тут бежон. А? Че, а? А че он, козел, лезет? Виталь, ты что такой смурной-то, а? Я тебя не узнаю. Как сказал один великий философ, веселье без причины – признак дурачины. А как зовут твоего друга? А, это? Андрей. Это у нас питерский хирург, магистр среди бакалавров медицины. Оля, очень приятно. А Оля у нас королева танцпола. Между прочим, недавно губернаторский конкурс выиграла. Мужчины, угостите королеву бокалом вина. А, так это я сейчас мигом организую. Док, ну ладно. Тихо, планы изменились. Пришло время веселья и радости. Так, давай чуть знать. Может, еще чем пить? Спасибо. На здоровье. Да мы, может быть, домой и вернулись бы, да квартиру продали, все деньги на лечение. А на то, что осталось, ничего путного не купишь. Да ты нас тоже пойми. Мы ведь чего примчались-то? Нам соседи позвонили, сказали, Виталик девиц каких-то заселил. Не в первый раз. Ну так, да, другое дело. Значит, привел, увел. А тут, говорят, живут и живут, обустроились как дома. Мужики ходят. Да нет, какие мужики? Это доктор, ради которого мы приехали. Ермолов. Угу. Ну тогда оставайтесь, живите у нас сколько надо. Ну правда же. И нам как-то поспокойнее, порядок в доме. Виталька-то у нас хороший парень. Добрый, рукастый. Правда, бестолковый какой-то. Я сейчас... А ну-ка, подруга, извини. Всех отвали. Ладно, ну чё ты? Ладно, Сев, ты чё, не понял? Сев, Сева, Сева, руки! Давай, Сева, руки убери! Отпусти! Два, да, да, отвали, давай. Отменял. Ну чё ты, краёв не видишь? Черепышься, да? Отпусти! А ну, отвали! Понял, иди сюда! Тихо, тихо, тихо. Держи, держи. Мы договорились. Ты со мной потом поговоришь, когда протрезвеешь, понял? Вы что, гостей разучили встречать? Человек со мной. Выдыхайте. Не, ну просто он тоже завел. Ты-то что? Ты что начал? Пришел туда. Ты же взрослый человек, солидный. Это малолетки. Ну, ёжики-ножики, давай. Давай, валяй. Пойдем на воздух подышим. Долго-долго я мечтал, долго. А вы в какой сфере хирург? А док у нас специалист широкого профиля. Он у нас и нейрохирург, имплантолог, и парантомолог. Наука. А вот мне, например, ближе поэзия. Помните, как там у Лермонтова? Белеет парус одинокий. Туман море голубом. Да-да, что? Кинул он в краю далеком, что ищет. Здорово. Спасибо, что позвала. Да. А, пока. Ну ладно, пока. Да. Пока. Ну, так, это я сейчас... пардон, ребята. До новых встреч в эфире. Сейчас я... мадемуазель, а что это такая красивая дама гуляет в парке ночью одна? Вот мой ухажер куда-то. Тю-тю. Да как он мог, тысяч чертей? Мадемуазель, я весь к вашим услугам. Пройдемте. Дурак. Пойдемте.
Холодно. Может быть, если вы не возражаете, мы перейдем на «ты»? Не возражаю. Спасибо тебе, что ты заступился. Очень смелый поступок. Это я, Настя. Андрей Аркадьевич, вы дома? Доброе утро. Оля. Это важно. Отвернись. Привет. Здрасте. Ну что, как дела у Лизы? Нормально. Что с результатами обследования? Биопсию и рентген сделали. Отлично. А ПЭТ? А ПЭТ салют? В нашей больнице нет. Это проблема. Пока, Андрюша. До свидания. Пойдем. Чего-то спать даже не ложился. Как на работу пойдешь? Ну, ты брось ты, боже мой. С кем не бывает? Виталя. 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 Да отстань. Черт, занравился я тебе, да? Старая для тебя стала? Ты о чем, Люсь? Да, не прикидывайся, о чем. Я видел, как ты вчера вокруг Ольги с хлебозавода кружил. Так это-то здесь при чем? Конечно, и при чем. С ней бы у тебя в постели осечки не было. Тебе и туфли. Ну, Люся. На вот, ешь. Люсь. Конечно. Люся. Ну, естественно. Вот такая вот у тебя, Люся. Люсечка. Да, заслужил. Потрясающая настойчивость. Не вечером, так днем. Не в дверь, так в окно. Это посетитель. Я не посетитель. Доктор Ермолов Андрей Аркадьевич. Очень приятно. Вячеслав Григорьевич Прыт, зав. Отделением хирургии. Я терапевт-пульмонолог, ведущий специалист НИИ торакальной хирургии. Здесь, чтобы смотреть пациента. Должность впечатляющая, давайте однако... отставим в сторону бюрократические порядки. Позвольте мне разобраться с нетипичным диагнозом. Завтра меня уже в городе не будет. Хорошо. Но только в присутствии лечащего врача. Спасибо, Вячеслав Григорьевич. Да, заносила сестра.
Пойдемте. Здравствуйте. Хорошо. Что это? Это не имеет отношения к болезни. Позвольте мне это решать. Можешь одеваться. Коллега, позвольте. На данный момент не вижу необходимости нахождения в строгом стационаре. На каком, собственно, основании? Еще не пришли результаты биопсии? Смею предположить, что результат биопсии покажет, что у Лизы нет онкологии. Об этом говорит заключение вашего рентгенолога. Да, у нее есть очаги фиброза, пока не ясного для меня генеза, но они абсолютно отличаются от того, что я увидел бы при онкологии. Я же говорила. Вы простите мне мое любопытство, но раз вы ставите под сомнение диагноз, тогда скажите мне, что у нее? Пока не знаю, надо думать. Возможно, проблема с вилочковой железой. А, да. У нас существует порядок госпитализации, она поступила сюда в тяжелом состоянии, в реанимацию. И я, как ее лечащий врач, я просто не позволю, чтобы ее выписали. Ваше право. И что мы будем делать дальше? Разбираться. Откуда у нее шрам? Кто-то обещал, что капризы остались в прошлом. Тебя выписывают уже. Здравствуйте. Здравствуйте. Как Артем? Ничего. Что с ним? У него был приступ тяжелой непродуктивной рвоты при поступлении. Судороги на фоне сильной головной боли. Его мама говорит, что в последнее время с ним случаются галлюцинации и нарушения речи. А что говорят врачи? Пубертатная эпилепсия. У нас уже третий раз за два месяца с подобным приступом. Третий? Рентген или КТ головного мозга ему делали? Должны были. Осмотрите мальчика. Чемпион области по шахматам, между прочим. Говорите, на снимке ничего нету? Так указано в описании. А что вы там видите? Я вижу, что случай непростой. Мальчика спасти можно? Шанс есть, но потребуется операция. Давайте так. Я помогу. А вы достанете мне рецептурные бланки. Ну, не надо делать такое лицо. Я в аптеке лекарства не могу купить. Так что смотрите, чтобы были со всеми штампами и печатями. Хорошо, договорились. Уверены? Уверена. Евгений Максимович, здравствуйте. Вы же дежурный врач в операционной. Подпишите назначение. Я все распечатала, вклеила. Вам только подписать. Настя, откуда у администрации такие правила? Что значит подпиши? А людей, когда я буду лечить, а? Ой, простите, пожалуйста. Настя. Пожалуйста, простите. Операционная сестра нечаянно. Называется. Не разбилась же, да? Вам у нас так понравилось, вы решили всех пациентов осмотреть? Коллега, вы видели его снимок? Читал описание, вроде ничего критичного. Посмотрите внимательно в области сочленения лобной и теменной кости. Прямо у самой верхушки. Снимок паршивый, рентгенолог не заметил. Черт, опухоль пропустили. Не торопитесь, присмотритесь внимательно к форме, ее контуру, оцените прозрачность. Это совсем не опухоль. Так, стоп.
Это же эхинококковая киста. Все верно. Это фиброзная капсула в начале своего роста. Да и мала она пока. Сантиметра два, не больше. Поэтому ее и пропустили. Сделайте КТ, возьмите серологию, бинго. Вы знаете, как спасти этого спортсмена. Что ж, впечатляет, коллега. Думаю, вам стоит обсудить с его родителями предстоящую операцию. А с пацаном я сам поговорю. Ну что, чемпион? Готов побороться и победить? У меня даже сидеть сил нет. Не то, что бороться. Ладно вам. Говорите, как есть. Опухоль у меня. Я умру, да? Когда-нибудь, да. Как и каждый из нас. А сейчас тебе предстоит операция, которая должна тебе помочь. Не переживай. А я и не переживаю. Я просто хочу знать, на что мне рассчитывать. Я же шахматист. Рассчитывай на победу. Так, трепанация прошла удачно. Коллега, видите, в этой области выпячивание серого вещества. Четко под ним капсула паразита. Теперь крайне аккуратно ее отсепарировать от мозговой ткани. Пинцет. Скальпель. Так. Есть, капсула открыта. Теперь мы вытянем эхинококковую кисту очень аккуратно, чтобы не нарушить ее оболочку. Иначе личинки проникнут в стенки сосудов и сведут наш труд к нулю. Включите отсос. Так, коллега, ключевой момент. Придерживайте тут ферме мозговую ткань и смотрите, чтобы киста выходила из серого вещества равномерно, без натяжения. Так, зажим. Тупфер. Включайте отсос на минимальном давлении. И постепенно добавляйте. Постепенно. Так быстро? Не ожидал. У меня большой опыт, обращайтесь. Вячеслав Григорьевич сегодня удивил. Да. Сложная была операция. Не то слово, Настя. Не то слово. Доктор Прыткин, как говорится, большая умница. Расскажите, у Лизы как шрам появился? При пожаре. Это я виновата. Я ее одну оставила дома и заперла. Я готовила. Суп оставила вариться и ушла. Когда папа пришел, еле-еле нашел Лизу в дыму. Он разбил стекло и выкинул ее в окно. Сам не смог. Видно, Гарри надышался. Она об это разбитое окно и порезалась. И все из-за меня. Давайте на речку сходим. Развеемся. Да я бы с удовольствием. Дежурство. Проходи.
Думаешь, я со всеми такая? Мы с тобой типа по пьяни, да? Уль, не в этом дело. Ты красивая, талантливая девушка. Ты это все говоришь, чтобы от меня отделаться, да? А сам обо мне даже ничего не знаешь. Я тебе совсем не интересна. Оля, у меня есть женщина. Здрасте. Ему резко стало плохо. Реаниматолог не может понять, что с ним. Вызвали хирургов. Кому, Настя? Артему, которому операцию сделали. Шахматисту. А вы обратили внимание, что у него помимо тахикардии синдром воспаления брюшины, плюс лихорадка, лейкоцитоз и острая интоксикация? Это классика. Аппендицит. Вячеслав Григорьевич исключил аппендицит. Коллега, вы исключили аппендицит? УЗИ уже делали? Да. Но по данному УЗИ вообще нет отростка. Воспаление, свободной жидкости тоже. Печень, почки, поджелудочные, желчные пузырюки. Нет никаких признаков воспаления. Да, это жестко. Не повезло парню. Помимо операции на головном мозге, умудрился схлопотать ретроперитональный аппендицит. Вы это как определили? Руками? Нет. Симптомы подсказали. Поэтому руки знали, что искать. Дотроньтесь сами. Правое подреберье заметно горячей. Почки вы исключили. А воспаленный отросток находится под печенью. Под печенью? В случае редкий УЗИ вам ничего не покажет. Готовьте операционную, коллега. Без операции шансов у него нет. Готовьте операционную. Не волнуйтесь. Вячеслав Григорьевич очень хороший хирург. Экстра-класс. Случай у Артема сложный, но решаемый. Все будет хорошо. Спасибо. Вячеслав Григорьевич, давление съезжает. Я тоники подключу. Угу. Пульс 109, систолическая 90, вена 10. Доливаю кристаллоидами. Вас не кровит? Судя по салфеткам, не больше стакана. Закажите ирмасу и плазму пару пакетов. Уже. Сколько вам еще потребуется времени? Думаю, немного. Отросток выделил. Накладываю кисетные швы. Угу. Дренаж. И приготовьтесь к послойному ушиванию. Жизнь Артема вне опасности. Все прошло планово. Спасибо, Вячеслав Григорьевич. Андрея Аркадьевича благодарите. Он диагноз поставил, настоял на операции, спас парня. Если все пойдет, как мы думаем, завтра Артема переведем в палату. Так что идите домой, отдыхайте. Спасибо. Дай вам Бог здоровья. Ты рассказала Ермолову про шрам? Лиза, мы это обсуждали. Ты рассказала. Чего он страшного узнал? То, что ты при пожаре пострадала?
Я не хочу тебя видеть. Лиза, сколько можно? И слышать тоже не хочу, уходи. Чего ты добиваешься? Ты хочешь в очередной раз услышать, что в смерти отца виновата я? Я и сама себе этого простить не могу. У тебя шрам снаружи, а у меня вот здесь. Виталя! Ты это перебрал? Эй! Так, не похоже. Дружище, ты чего? Больно, док. Так. Ну-ка, смотри на меня. Так, так, понял, понял. Дай, дай, дай. Тихо, тихо, тихо. Ясно? Твою мать. Да. Да не волнуйтесь, я переведу ее в другую палату. Я перезвоню. Лиза? Я хочу, чтобы вы меня выписали. Ермолов сказал, меня можно выписывать. Ермолов сказал. Но Ермолов не несет за вас никакой ответственности, Лиза. Хорошо. Тогда я буду сидеть здесь, пока вы меня не выпишете. Лиза, вам скоро 20 лет. А вы ведете себя как подросток. Вам не кажется, что скоро нужно повзрослеть? Повзрослеть? Это значит делать то, что тебе велят? Нет, Лиза. Повзрослеть – это значит начать думать о ком-то другом, кроме себя самой. Например, о вашей сестре. Она ради вашего здоровья в лепешку разбивается. Но вам на все, что надо делать, наплевать. Вы же думаете только о себе самой. Ребят, с ним аккуратнее, он тяжелый. Ага, ясно. Настя, запоминай. Нашел Виталя почти без сознания. Пульс под 100, частота дыхания 20. Так, все, давай быстрее. Пусть везут при реанимацию и разбираются. Хорошо, поняла. Вам самому нужна помощь? Нет, спасибо. Главное, пусть обратят внимание, что у него признаки цирроза печени. Там и коагулогия может быть нарушена, и печеночная кома. Пусть первым делом посмотрят ферменты и УЗИ печени. Я все поняла. Рецепт. К сожалению, у нас этого нет. Почему-то я так и думал. Но я могу заказать, быстро привезут. Что-то еще? Виталий в больнице. А что с ним? Печень. Люсь! Чего? Твой в больницу попал! Чего? В больницу твой попал. Как? Печень. Здравствуйте. А где Савельева? А, вроде домой собиралась. Хорошо. До свидания. Настя, погодите, пожалуйста. Пришли результаты повторной биопсии вашей сестры. Пожалуйста, полюбуйтесь. Получается, никакой онкологии нет. Евгений Максимович.
О. Виталечка, ты прости меня. Да ты гуляй с кем хочешь. Только чтоб я не знал. Виталечка, это я. Люсенька. Я. Люсенька. В себя пришла. Ой, что с тобой, Виталь? Недостаточность. Сердечная у меня. Никаких сил сердечных недостаточно, чтобы выразить всю полноту чувств моих. Шутишь? Значит, живой. Витальчик, я тогда побегу к Алке, спрошу, что можно, что нельзя. Я кассу еще не закрыла даже, к тебе прибежала. Беги. Пока, Витальчик, выздоравливай. Привет, Сергей. Я тебя разбудил, что ли? Тут Айзекович новую клинику открывает. Про тебя спрашивал. На днях с ним встречаюсь. Отлично. Давай подъеду вместе с Айзековичем поговорим. Погоди, погоди, Андрей. Давай сначала все-таки почву подготовим, ну а потом уж ты. Шутишь? Да я прямо сейчас такси вызову. Андрей, Андрей! Где вы? Съехал с дороги, указателей нет, кружу тут. Магазин с аптекой вижу. Там справа от магазина поворот и буквально 300 метров проехать. Да что ж вы делаете, черт? Скорее! Да бьюсь! Жуй отсюда! Папаша! Вставай! Эй! Вы что делаете? Я сейчас полицию вызову! Вали, вали! Давайте, парни! Вы живы? Андрей! О, Господи! У тебя голова разбита. Нормально. Нормально. Висок вроде не задели. Второй сотряс на мою голову. Как знали, куда бить. Тебе надо в больницу. Не, не. Пойдем. Пойдем в дом. Ну, видишь, мы с тобой перешли на «ты». Гуляем в обнимку. Неплохой прогресс в нашем анамнезе, да? Как считаешь? Стабильно критический. Как там Лиза? Анализы пришли. Онкологии нет. Сможешь завтра глянуть? Давай сегодня гляну. Мне в Питер надо по работе. Андрей, это, конечно, не мое дело. Но, может, не стоит на работу с сотрясением в таком, мягко говоря, непрезентабельном виде?
Ладно, я пойду. Звони, если что. Спасибо. Андрей! Здравствуйте! Здравствуйте. Вас сбили? Правда? Так заметно? Вы в полицию обратились? Алла, извините, но это не ваше дело. А, и я принесла лекарства по вашему рецепту. Видимо, не вовремя, извините. Я оставлю их здесь. Всего доброго. Ловите. Ой, только есть и есть. О, ловите. Добрый день, Аглая Тимофеевна. Что тебе надо? Порошка стирального у вас не найдется. А зачем тебе? Рубашку постирать. Тебе душу сначала очистить надо, а потом рубашку. Ну, давай, рассказывай. Да нечего мне рассказывать-то. А на кого злишься? На себя, наверное. Натворил что? Да не в этом дело, просто бессмысленно как-то все становится. Мудрёно тебя жизнь выплясывает. Слушай, работёнка для тебя есть. Наколи дров, только не так кали, а как будто себе дорожку прямую такую прорубаешь. Завсегда всех плотливых выручал. Да не в том не состоянии сейчас, чтобы дрова тебе колоть. Видать, ошиблась я. Ой, другой ты. Не земля матушка тебя вылечит, не здешние места. А когда плохо тебе, о других думай и к людям иди. Полегчает. Порошок ты дашь, бабуль? Где я его возьму-то? У меня отродясь такого никогда не было. Вот раствором я с тобой поделюсь. Нальешь, и все пятна сразу уходят. Нашатырь. Нашатырь. А ты не смотри, что она такая бурая. А это из-за марганца. Из-за хозяйственного мыла и сода там еще. Ты что, такого рецепта никогда и не слыхал? Заходи почаще, я тебя многому научу. Я уезжать собираюсь, Аглая Тимофеевна. Ну что ж, Бог помощь, да. Дела доделаешь и поезжай на здоровье. Ну что, все как ты и говорил. Все предпосылки к циррозу, проблемы с сосудом печени там какие-то. Но жить можно, а главное, пока даже без операции. Ну вот, знаешь, могло быть хуже. Ты вообще знаешь, что со мной было, док? Ну, в смысле, что я напился до потери человеческого обличия? Так. Тебя и... Тихо ты чё орёшь-то, док? Тише. Вот скажи мне теперь, док,
Нахрена моему корефану твоя трезвая жизнь, если никогда такого не было? Никогда. А теперь все. Труп. Виталий, все с точностью да наоборот. Твой корефан отравился алкоголем. Трезвость его подымет на ноги. То есть ему, ну, в смысле, мне вообще пить нельзя? Вообще. Даже чуть-чуть, для куражу. Тогда будет два трупа лежать в одной могиле. Так что выпишем его на следующий день. Хорошо, конечно. Андрей Аркадьевич, я догоню. Да, жду вас. Я смотрю, обживаться начали. Друзьями обзавелись. Уходите уже? Нет, еще не всех посетил. Так Елизавету Савельеву выписали вроде. Андрей Аркадьевич, извините, мне надо с вами поговорить. Анастасия Валерьевна, все личные разговоры за пределами больницы, пожалуйста. Давайте, правда, на улице поговорим. Да он тебя ревнует. Настя, я пока не уверен, но у меня появилось предположение, что у Лизы тимома. Доброкачественная опухоль вилочковой железы. Но ее же делали КТ. На КТ мы же не увидите, железистая ткань. Надо делать МРТ. Если я прав, значит, Лиза операбельна, и ее можно вылечить полностью. Может, все-таки останешься? Уедет она с ним. Почему вы так уверены? Документы не все принесла до сих пор. О зарплате своей не интересовалась. Миллионерша. Или любовник богатый. Анастасия, простите, вы куда? На операцию. Можете не торопиться. Вячеслав Григорьевич назначил новую операционную сестру. Почему? Вы теперь работаете в приемном отделении. Слава, ты меня увольняешь? Чем я провинилась? С чего вы так решили, Анастасия Валерьевна? Мне только что Тамара Маратовна сказала, что ты… Извините, вы отстранили меня от операции, не допускаете в свое отделение. Но почему, Вячеслав Григорьевич? Скажите, разве можно уволить человека, который официально не трудоустроен? Я же нормально спрашиваю. Так и я спрашиваю. Медсестра сколько получает? Ну, вы, то есть. Не знаете? Документы так и не принесли. Похоже, у вас вообще другие планы. А мне нужен человек, на которого я могу положиться, которому я могу доверять. Это за лекарство. Здесь больше, чем нужно. Алла, возьмите. Спасибо вам за все. За теплоту и заботу. Голубушка, 170 на 120, пульс под 100.
Так и до инсульта можно добраться. У вас какие препараты от давления есть? Да вот они все, мои таблетки. Ага. Сегодня что-нибудь принимали? Вот это проглотить. Запить стаканом воды, это под язык и рассосать. Но мои рекомендации по лекарствам не значит, что вам не нужно пройти осмотр у врача. Поняла. Обязательно сходите к врачу на обследование. Да, вот с огородами сейчас разберусь. Виталик мой вас очень хвалит. Говорит, друга настоящего встретил. Док говорит, не о словах красивых заботится, а дело делает. И никогда не предаст. Так что пройдем обследование и поймем, что с тобой. Ермолов говорит, что тебя можно вылечить. Правда, он уезжает. Лиз, ты меня слушаешь? Обследование вылечит и уезжает. Что-то еще? Нам нужно понять, что мы делаем дальше. Какие есть варианты? Ну, уезжаем мы или остаемся? Мне все равно. Ну, как все равно? Ты же здесь себя хорошо чувствуешь. Приступов сколько времени не было. А как будет на новом месте, неизвестно. Ой, картошка. Лиз. Пойду что-нибудь к чаю куплю. А ужин? Привет. Кто это с вами сделал? За что? Я не хочу это обсуждать. Понятно. Значит, перед вами все до трусов раздеваться должны, а вас вообще ни о чем спросить нельзя. Лиза, прости, но это правда тебя не касается. Скажи лучше, что ты хотела. Я хотела сказать... Вернее, спросить, я хотела... Ну, говори, не бойся. Давайте прогуляемся. Погода хорошая. Ну, хоть 10 минуточек, я вас прошу. Лиза, что с тобой? Знаете, раньше я боялась умереть. Страшно было подумать, как это. Потом привыкла, смирилась и наплевать стала. А теперь я опять боюсь. Забудь. Твой страшный диагноз прошлый. Нет, вы не поняли. Я жить боюсь. Просыпаюсь. Знаю, что рака нет, но я-то привыкла, что он у меня есть. А теперь нужно как-то жить. А как? Я же вообще ничего не знаю. Я столько лет запрещала себе вообще что-либо хотеть, даже просто в своих мечтах себе позволить не могла. Это дело поправимое, Лиза. Андрей, все мои сверстницы взрослели, планировали жизнь, влюблялись, строили отношения, рвали отношения. Я просто болела. Наверстаешь. Нет, вы и правда меня не понимаете. Мне даже поговорить об этом не с кем. Ну почему? У тебя есть замечательная сестра. Это не сестра. Это просто танк по выполнению миссии. Это ходячий долг. И этот ходячий долг мой единственный, самый близкий человек. Единственная родня. Она же вам рассказала про пожар. Да. А она рассказала, почему она заперла меня в комнате? Нет. Оставила одну в квартире.
А вы спросите у нее, почему? Почему она испортила мне жизнь? Почему я до сих пор не целовалась? И если я правильно понимаю, не танцевала. У нас вечерочка, в деревне на точке, тянутся к клубу папины и мамины дочки. Тоже там буду, на точке у клуба. Нормально расписали, что? Одно точно знаю, жизнь-то тебе не нужна. Сперва. Давай уйдем отсюда, прямо сейчас. Почему? Меня здесь все бесит. Или ты просто не знаешь, как себя вести. Надо научиться выходить из зоны комфорта. Угу. Кто поговорил? Андрей? Здравствуйте. Здрасте. Знакомьтесь. Антон, хореограф, подвижник местной культурной жизни. Лиза. Здравствуйте. Это они вас из-за меня? А давайте на них заявление напишем. Такое оставлять уже безнаказанным нельзя. А сами-то почему не написали? Лиза, подожди минутку. Антон, а? Можно вас? Раз, раз. 1947 год. Неженатых мужчин было критически мало. Их практически не было. Девушки в то время воспитывались в духе целомудрия, и чтобы подойти самой пригласить парня на танец, об этом и речи не было. Вот как раз в тот период и возник белый танец, когда дамы приглашают кавалеров. И у них был тот самый шанс. 3-4 минуты танца, которые могли изменить их судьбу. Давай. А теперь белый танец. Дамы приглашают кавалеров. Ну, я жду. Или, может, тебя интересует кто-то другой? Я не умею. Я научу, ты способная. Я ненавижу тебя. Я на тебя. А вы что сидите? Ну, давайте, у вас лучший педагог по танцам. Вставайте, не стесняйтесь. Потанцуем. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо, дыши, дыши.
Все хорошо. Все хорошо. Не ожидала от тебя. Взрослый мужик молоденькую девочку на танцы потащил. Тебе что, девок мало на районе? Настя, не перегибай. Ты же прекрасно понимаешь, все не так, как ты думаешь. А как? Ну, я же не знал, что так случится. Хотел ее развлечь, в люди вывести. Развлек? Ты права, я ошибся. Нельзя было Лизу из больницы выписывать. Нужно было ее еще на стационаре подержать. Ты полагаешь, ее снова надо положить в больницу? Нет. Думаю, Лизе нужен психотерапевт. Зачем? Ну, я могу скорректировать лечение на уровне физиологии, но психосоматика не мой профиль. Тут нужен психотерапевт. У Лизы в детстве было травмирующее событие. Пожар. И сегодня в клубе во время возгорания у нее случился приступ. Эти события явно связаны. Как? Точно сказать не могу. Может быть, дым, замкнутое пространство или громкий звук ее психика воспринимает как стресс, что и приводит к приступу. Нужно разобраться, что провоцирует рецидивирующие воспоминания. Понимаешь? Нужен психотерапевт. Ты можешь кого-то посоветовать? Да, конечно, Сергей. Он большой специалист в этой области. Разработал собственный метод. К тому же, вы уже с ним знакомы. У моего подъезда встречались. А он нас примет? Серег, привет. Есть минутка? Вот ты партизан. Сейчас приду. Он как раз здесь. Пойдем. Заодно обо всем договоритесь. Привет, Андрюш. О, да ты с каждым днем все краше. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, дружище. Что ж ты мне не сказал, что за мной приедешь? Да я приехал не совсем за тобой. Поговорить нужно. Серег, это Настя. У нее ситуация по твоему профилю. Не откажи, пожалуйста. Да, пап? Спасибо, сынок. Сергей, понимаете, на меня теперь пальцем показывают. Это нестандартная ситуация. Ты о чем? О чем? У тебя в деревне интернета нет? Ладно. Так я тебе сейчас зачитаю, подожди. Известная модель погибла из-за халатности врача. Вот еще. Элитная клиника покрывает убийцу врача Андрея Ермолова. Ты сейчас самый популярный врач России. Жду, когда в телевизоре появишься. Андрей Аркадьевич говорит, что у моей сестры Лизы ПТСР. Когда ей было 8, случился пожар и… Какого черта ты мне ничего не сказал? Все в порядке, не волнуйтесь. Прокуратура завела на меня дело? Успокойся. Клиника тебя отмазала. Списали на… статистически допустимую ошибку. Они меня подставили, они меня отмазали, цирк! Это еще ерунда, Андрюш. Да? А что? Есть что-то еще? Серег! Комиссия по этике при департаменте здравоохранения начала проверку твоей врачебной деятельности. То есть, что это значит?
Это значит, что какое-то время у тебя будут проблемы с устройством на работу. Выучи билет, да? Я столько лет пахал, как проклятый, всего добивался сам. А теперь я что? Хуже, чем никто? Врач-убийца без права на работу. Андрюш, я бы так не драматизировал. В любую муниципальную больницу или поликлинику ты можешь устроиться хоть завтра. Да о чем ты говоришь, Серега? Я был одним из лучших в торакальной хирургии, но мне перекрыли кислород. А почему? Потому что у нас быстрый профессиональный рост считается злокачественным заболеванием. Ты вспомни, Серега, я себе тогда на жабры наступил, сменил деятельность и стал одним из лучших диагностов в Питере. А сейчас я себе на что должен наступить, чтобы пойти в районную поликлинику? Андрей! 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 Ты меня слышишь? Андрей!